На сцене финалисты Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования сервиса «Туризм». Это победители региональных этапов состязания. В Сочи приехали представители 43 регионов страны, от Калининграда до Сахалина. Это очень ответственный момент, потому что я единственный человек с области, который вышел в этот этап. Это очень большой шаг вперед для данной профессии. Гостиничный сервис прорывается вперед на данный момент, потому что туриндустрия растет. Сегодня в Сочинском госуниверситете состоялось торжественное открытие Олимпиады. Для опорного вуза Краснодарского края принимать финал такого крупного мероприятия – большая честь. СГУ готов делиться накопленным методическим опытом в области сервиса и туризма и, конечно же, перенимать его у других регионов. У нас есть возможность изучить лучшие практики подготовки студентов во всей России. Сюда приехали лучшие студенты. В этом году 43 региона принимают участие. И, конечно, очень интересно будет посмотреть, как в других учебных заведениях осуществляется подготовка своих ребят. Впереди у участников Олимпиады 3 дня напряженной работы. В рамках интеллектуальных состязаний им предстоит выполнить теоретическое задание. Это компьютерное тестирование, также перевод профессионального текста и практическое задание. Здесь будущим работникам сферы гостеприимства предстоит проявить не только профессиональные, но и творческие способности. Работодателю сегодня нужны практикоориентированные специалисты. Олимпиада, как и любые конкурсы профессионального мастерства, это наглядный образец того, каких компетенций достиг наш сегодняшний выпускник. Завершится Олимпиада 12 мая. Победители-призеры будут представлены к получению гранта президента России. Ну а все без исключения участники примут участие в специальных экскурсиях, где познакомятся с лучшими объектами показа Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.